Привет всем! Я вам сегодня расскажу, как сделать обыкновенную домку на два крючка. Итак, берем грузик, леску. Леску продеваем через ушко грузика. Продели. Теперь делаем здесь петельку, перекручиваем ее и снизу продеваем груз. Затягиваем. Все, груз мы закрепили. На свободном крае будем привязывать два отвода с крючками. На свободном крае привязываем вот такой тройничок. Я буду привязывать узлом паломар. Так, перекручу. Все, вставил в образовавшееся ушко и вытянул. Все, затянул. Лишний край отрезаю. Так. У нас получилась такая конструкция. Теперь я уже заготовил такие поводки с крючками. Поводок должен быть от 5 до 20 сантиметров. Каждый рыболов делает по-разному. Теперь на вот этот поводок нам необходимо одеть трубочку. Достаем трубочку. Такая трубочка есть. Ее одеваем на этот поводок. Одели. Теперь поводок привязываем к вертлюжку. Также это будет узел паломар. Перекрутили, вставили, вытянули. Все, затянули. Теперь лишний край мы отрежем. Оставляем 3 миллиметра края. Так. Теперь вот эту трубочку сдвигаем и одеваем на вот этот вертлюжок. Натянули. Вот что у нас получилось. Такой отвод. И к этому же краю тоже привязываем поводок с крючком. Тоже я заготовил. Тоже паломар. Так и продеваем. Затянули. Затянул. Лишний край отрезаю. Так, есть. Теперь. Получилась у нас такая конструкция. И теперь от этого узла отмеряем приблизительно 20 сантиметров. Отмерили,
отрезали ветку. И на этом крае делаем обычную петельку. Я буду использовать восьмерку. Перекрутил, вставил. Все, вытащил. Лишний край тоже отрезаю. Все, и у нас получилась такая ходовая донка. Два крючка, грузик. Вот, видно вам. На этом все. Спасибо, что смотрели. Удачи всем!